Так, ну надо идти на города Канама. Если что, герои Саву из-за дракона. Ну и Джакома, соответственно, последний скилл осталось включать. Хорошо, вот эту бабу еще призвать, чтобы лечиться. Не все последователи богов Квотлов стали ими по своему желанию. Человек по имени Кахула, законный король народа Квотлов, выразил желание присоединиться к нашей битве. Если мы сможем освободить достаточное количество его людей, сила нашего войска удвоится. Падшие попросили нас о помощи. Вдалеке послышался рокот великой силы. И никто из наших разведчиков не вернулся. Нам остается только приготовиться и ждать. Даже с вашей помощью у нас может не хватить сил на оборону всех городов. Надо готовиться к отступлению. Пользуйтесь ресурсами как можно активнее, пока есть такая возможность. Когда придут боги, они их уничтожат. Thank you.
боги часто приходят сюда с севера, да и с юга тоже. Там они будут самыми сильными. Перед такой мощью эти города могут не устоять. Раз все так неопределенно, может быть, стоит собрать силы в центральном городе? Эта позиция будет самой выгодной. Thank you.
Спасайте нас. Возьмите. Возьмите все, что у нас осталось, но сопротивляйтесь.
Падшие начали постепенно отвоевывать свои города. Армия Квотлов была разбита. Скоро придет очередь и всех остальных так называемых богов. Спокойно докачать его, чтобы потом уже не смотреть. Ну и сюда, например. Можно змею открыть для разнообразия. Но вроде как она не атакует воздушные юниты. Подождать немножко для идола. Пока не буду брать. Тут нам Сава не поможет. Тут Ленора мощная. Ну и вот эти вот четыре героя на выбор. Очень хорошо брать Пулитера, потому что аура у него очень хорошая. Да и Целитель тоже неплохо подойдет. Но все же посложнее будет. Намного сложнее, чем Алинами. Надо будет здесь подключать постройку обычных войск. Ягуаров там строить, пехоту. Даже с вашей помощью у нас может не хватить сил на оборону всех городов. Надо готовиться к отступлению. Пользуйтесь ресурсами как можно активнее, пока есть такая возможность. Когда придут боги, они их уничтожат.
боги часто приходят сюда с севера, да и с юга тоже. Там они будут самыми сильными. Перед такой мощью эти города могут не устоять. Раз все так неопределенно, может быть, стоит собрать силы в центральном городе? Эта позиция будет самой выгодной.
Бросайте нас. Возьмите все, что у нас осталось, но сопротивляйтесь. Укрепить оборону, иначе моих людей ждет верная гибель.
Падшие начали постепенно отвоевывать свои города. Армия Квотлов была разбита. Скоро придет очередь и всех остальных так называемых богов. Посложнее, чем за Алинов. Вот я не помню, что здесь на этой локации находится. Можно попробовать ее взять и вот эту. И потом поиграть, если что, здесь.